В автомобильном ЦОНе в Алматы толпы владельцев машин. Они пытаются поставить свои транспортные средства с иностранными номерами на казахстанский учет. Некоторые говорят, что сдали документы 2 дня назад, но не могут пройти оформление. Другие жалуются, что с них требуют таможенную очистку машин. Транзит номер кеше ақшасын төледік. Соның өзінде мені номерімізді әлі аламай отырмыз. Кеше өткізген номерді ақшасы төленген мені дәл осы уақытқа дейін аламай отырмыз мені. Панфилов ауданы Жаркент қаласынан келіп отырмын. Бізге бұл қиындық тудырып отырған дүние мына алыс жақтардың әдейі жеке сондарына ғана жасап қойған. Неге аудан орталықтарындағы сондарда осы жұмысты бітіруге болмайды? Мен мысалға жаңа ертеңгісін келдім, алдында 100 адам өшіреді. Кедендік тазалаудан өтпеген дейді. Мен 26 июньде қырғыздан алып шыққан едім кәрі машинасын. Сол кезде алғашқы сақтандыруын жасалған. Енді ол кедендік тазалаудан өтпегенде кеден қызметкерлерінің кінәсі шығар. Онлайн заявка жібердік. 8 рет, 9 рет жібердік. Отказ келеді. Таможня отказ келеді. Таможняға келеміз, міне очередьте тұрамыз осылай күнделікті. Мен бүгін 2-ші рет келіп тұрмын, бірақ бір жігіттер 23-нен бері жүр екен. Таможенная очистка – процедура растаможивания транспорта с указанием даты въезда и страны происхождения. В департаменте таможенного контроля объясняют, что направляют запрос в страну, где был зарегистрирован автомобиль. В административной полиции сообщают, что для регистрации машина должна быть снята с учета в стране, откуда она вывезена. Онлайн түрде де жүргізіліп жатыр. Жұмыс Астанаға біз тапсырыс беріп, оның бәрін жіберіп жатырмыз. Ол заңды түрде қарастырылып, шешімі шығарылады. Адамдар маған келіп, бүгін қазір 5 минутта маған переоформить етіп бер деген мәселе ол шешілмейді. С 23 января в Алматы зарегистрировали около 150 машин с иностранными номерами. В полиции заявили, что оформлению не подлежат машины, находящиеся в розыске, а также не прошедшие таможенные процедуры и ввезенные после 1 сентября 2022 года. В Казахстане ранее прошло несколько акций с требованиями поставить на местный учет ввезенные из-за рубежа транспортные средства. В 2020 году власти приняли решение временно регистрировать ввезенные из Армении авто, выдавать желтые номерные знаки. В прошлом году президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию с нелегально ввезенными до 1 сентября машинами и перекрыть каналы такого ввоза. Срок регистрации таких автомобилей завершится 1 июля.